Врачи Красноярского края в 2020 году получали в два раза больше, чем наемный работник в любой другой сфере. Сейчас выплаты упали, а работы не уменьшилось. Самый большой рост зарплаты у медиков произошел в период с 2019 на 2020 год. Если до пандемии средний заработок врача составлял 83 700 рублей, то после ковидных выплат эта цифра увеличилась почти на 13 000 рублей, что в итоге составило 96 500 рублей. У младшего медперсонала зарплата выросла с 39 000 рублей до 47 000 рублей. Потому что если считать коронавирусную инфекцию, это особо опасная инфекция, и работа с ней постоянно, то есть контактировать, вот в этом плане мы на самом деле вот скорую помощь как саперы работаем. То есть попадешь, не попадешь, проконтактируешь, не проконтактируешь, будешь ли ты одет, или это по максимуму, или будешь ты только в маске и в перчатках. Вот в этом, понимаете, еще даже психологически тяжело, когда идешь, поднимаешься на этаж и думаешь, что там тебя ждет. В прошлом году поменялся принцип формирования зарплаты. Независимо, сколько человек поступает в больницу за смену, медперсонал получал надбавку в размере 4000 рублей. Сейчас зарплаты медиков сократили, но третья волна коронавируса в самом разгаре, и рост заболеваемости увеличивается. В связи с чем губернатор Александр Ус обещал вернуть выплаты работающим в красной зоне.